Bitch, you guessed it. Йоу, всем привет, добро пожаловать в новый выпуск NBA 2K17. Сегодня мы играем третью игру против San Antonio Spurs. И мы надеемся, как всегда, пройти в финал 4-0. Свит. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу плей-офф NBA. Бостон вернулся в серию против Чикаго. Я сказал, что будет 4-2, но такого я не ожидал. Но я все равно думаю, что закончится 4-2 в пользу Бостона. Там кошмар. Кливленд выиграл 4-0, вполне заслуженно. Хотя Индиана могла выиграть. А потом Вашингтон проиграл 2-1. Но я думаю, что 4-1 серия закончится. И Милуоки Торонто 2-2. Я надеюсь, что Торонто пройдет, чтобы я смог пойти на Торонто. Итак, Лос-Анджелес Лейкерс, Сан-Антонио Спёрс, 2-0 мы ведем в серии. И вот третья игра, и первые две игры так разнесли Сан-Антонио, вообще без шансов. Надеемся, сейчас мы их порешаем. Надеюсь, звук сейчас лучше. А то я как-то провтыкал его чуть-чуть. Hall of Fame в этом году очень слабый по сравнению с... Самый сложный Hall of Fame, который я видел, это был NBA 2K13. Он был просто нереальным. О, Мозго, красавчик. Давай, поехали. Джастис, на. Трешечка, Джастис. Извините, телефон. А, Тони Паркера нет. На тебе блошках. Блочку. Блочину поставил Тони Паркеру. Уходи отсюда, старичок. Давай, pick and fade, Джастис. Джастис, красава. N1, сказал же N1. Я хоть чересчур хорошо эту игру знаю. Эй. Ну как это? Это должен быть не спортивный. Алло. Судья, не выдумай. Кстати, большинство своих очков я набираю как раз на линии штрафных. На мне часто фалят. Я часто забиваю штрафные. Это... Ну что, у меня 4 очка и 4 штрафных. Ну или пик-н-роллы разыгрывать. Все на пик-н-роллах держится в основном. В моем геймплее. Я больше ничего такого особо не делаю. Комбинации я вообще не вижу смысла бегать, потому что они так не работают. Ну тебя просто пик-н-ролл. Вот Джастис пошел. Вошел. И вот. Еще. Ну, Дэн Уан. Ну ладно, зашло. На тебе блок, Кавай. Вообще офигел. Уильямс, треху. Бросай. Бум! Шакалака. Плюс 5. Все в отрывах. Так и надо. Я как Уэсбрук. Джастис, иди сюда. На. Вот и все. Все, что надо делать. Пик-н-ролл разыгрываешь, и все четко. Отлично. Мозгов. Смотри. Ну, не. На тебе спин-мув. Отлично, вообще четко зашло. Плюс 5. Вот эта улыбка у меня вообще шикарная в этой игре. Мани. Ну, останься, ну, пойди к Олдриджу. Олдридж, нету. Вперед. Джастис, на треху. Изи. Бросай. Эй, плюс 10. И оранж джуз. Поехали. Нати, in and out. О, Мозгов, держи. Ой, какой пас! Какой пас, а еще данк какой еще от Мозгова был. И вообще просто хайлайтов. Данк? Так, Джастис, давай. На трешечку давай идем. На трешку. Хорош! Плюс 11. Джастисуля. Дал мне 7-й ассист. Я так дабл-дабл в первой половине сделаю. На изи. Если Джастис попадает, так будет. Ой, зачем я поменялся? Ну ладно, все равно. Защита норм пошла. Джастис. В угол. Давай, Алиуп. Эй! Плюс 13. Когда Orange Juice есть, просто вот тут вверх нажимаете, оно Алиуп бросает. Это 99% завершится Алиуп данком. Или лейапом. Скорее всего, лейапом. Рассел, спасибо. И N1. N1! Джинобили. Попался.
Изи. And one. Плюс один. Плюс 11. Я хотел сказать. Типа рифманул. Тож Дедман. Евростеп. Ой, как поймал. Эй, перфект релиз на лейпе. Плюс сколько? Плюс 13. Итак, вторая половина. 17 чей, 7 ассистов, 5 подборов, 3 блокшота. В первой половине. Ну, такая статистика, ничего. Можно было пачков больше набрать, но... Ассистов я пока больше набираю, чем обычно в первой половине. Вот тут опасно. Я тут. Оружие, защита вообще на изи. Нет, мозгово не надо мяч давать. Дэнк. Отлично. Ну, как так, по газоль ты зацепил мяч. Сейчас бы такой постер был жесткий прям. Ну, Джастис, нафиг ты фалишь? Джастис, давай пик и ролл разыгрывать, как всегда. Зачем ты этому мяч отдал, объясни мне. Оп, дэнк. Ну, опять мне блокшот поставили, ну что такое. Давай, Рэндл. Давай покажи ему, как мы есть. N1! Как мне нравится, когда на мне фалят. Я вам говорю, на фалах большинство своих очей можно набирать. Это как Харден в регулярном сезоне. Набирать 30 очей, но 29 из них это штрафные. Шучу, не 29. Сколько? 10 очков у него точно штрафные. Блин, 4 потери, было только одна, блин, в первой половине. Джастис, давай пик and фейд. На трешку тебя выкинем. На, Джастис, швыряй. Изи. Я же говорил. 99 треха, вы что думаете? Пользоваться ей нельзя. Все как можно, плюс 14. Так, Денвер, давай пик на волосы. О, Денвер тут сам. Денвер. Я же говорил сам. Блин, повезло. Вот, пока не в защите никого нет, просто бежал и сверху... Ну, не... Поставьте сверху двумя руками. Зачем, блин? У меня сегодня три блокшота было на трех данках. Не, ну что это? Все к ним падает. Эй, отлично. Данк, изи. Чего мне пас не дает никто? Слышишь? Какого хера? Я прошу пасу Джастис мне мяч не дает. Поймал. Так, пора врубать, короче. Джастис, давай пиканул. Офигеть. Оп, пошли. Ну блин, ну что ты делаешь? Я еще даже не разогнался, ты middle pass. Оп, поймал. Я в шоке просто. Отлично, поехали дальше. Джастиса вижу. Джастис, давай, решай. Не, ну если Джастис не попадается в открытый 3-1-9, то мы проиграем 100%. Как мы проиграем? Молдриджа только 12. Ну это я знаю, мозгов не защите просто играть, как дырка. And one. Ну блин! На, хорош, Рэндл. Красавчик. Минус 3. Дэнк. Нет, не Дэнк, не надо. Дэнк, что делать? Джастис, трёха, давай, изи. Хорош, Джастис, минус 2. Спустили его одного. 4 из 11 трёх, и Джастис, как так? Как Ленард получил мяч? Как? Ну как? Хорош, повезло.
Давай. Геффол. Геффол. Ох, как попал я! И Олдридж травмирован, что? Как я попал в эту хрень? Это, во-первых, Олдридж травмировался, это во-вторых. И почему я не сделал евростеп, это в-третьих. Держать. Нема. Ох, Джастис забрал мяч. Джастис. Хорош. На тебе. And one. Камбэк. Отличненько. Плюс 3. Вот это в защиту в конце мы включили нормально. Хотя мы, блин, вели, блин, сколько. А потом упустили это все. Ну, а, плюс 1. Сейчас надо спокойненько все подшать. Здрасте. Давай, пики на восток. Средний, давай, Джастис. Хорош. Джастис в клатче решает. Ну, Джастис, ну что ты творишь, ну капец, я в шоке с тем. Джастис, как он мог это так сделать, поконченного? Давай еще раз. Эй. And one. А, ничего, я возьму. Так, по газоль вылетел шпалами. Тут два штрафных должно быть. Мое. Это называется, кто лучше штрафные бросит, Кава или я? Все, теперь защита, пацаны. Все, все, что надо, это защита. Давай, defense, тум-тум. Дэн, давай, ты же лучший защитник наш. Кавай. Нема, мажет, хорош. Джастис, не спеши, Джастис, не спеши, отлично. Давайте потянем чуть время. Так, 10 секунд останется, мы пойдем. Нет. Джастис, на. Решай, and one. Ууу, два штрафных для Джастиса, это хорошо. Джастис, хорошо бросать штрафные. Пум-пум-пум. Наконец-то концовка напряженная, я так этого ждал. Чтоб аж нервы так вот тут по всему телу пошли. Они еще раз Кавай пойдут. Дэнк, давай порешай. Нема. Ой-ой-ой, как вышло, вылетело. Так, тянем время опять. Тянем. Джастис, сейчас пикинул с тобой пойдет. Только поставь нормальный заслон, пожалуйста. На, еще раз. Открытый Джастис. Эй, плюс 5. Порешали легко. Так вот решается на Hall of Fame дела. Пик-н-роллами. Не надо никаких, блин, комбинаций дурных придумывать. Комбинации не работают в 2K. Никогда. Не работали и не будут работать. Нет. Ну, and one дали. Мозгов, блин, бесишь меня. Как ты так... Взял, вернул свою игру. Офигеть. Ладно, осталось нам один раз забить. И игра наша. Оп, поймал. And one. Fall. Хорошо. И плюс 4 держать. Эй, 21 секунда, плюс 4. Не дать 3. Ой-ой-ой, не бросил Джинобили, нема. Нема. Дедману дали. И Ленар, треху. Нет. Хорош. Подбор. Дэн. Джасти сам. И никто не фалит. Эй, плюс 5, я уже забыл счет какой. И плюс 6. Все, победа. Эй, 3-0. Эй. Наконец-то хотя бы тяжелая игра получилась против Сан. Ух, нифига себе, чуть не попал. Какая тяжелая игра получилась против Сан Антонио Сперс, но мы ее выиграли. 1000 очков, 12 подборов, 14 ассистов, 3 блокшота, Hall of Fame. Все как всегда. Ну, мне надо бежать на тренировку, я уже немножко опаздываю, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я увижу вас в следующем видео. Увидимся.